Меня зовут Свифти. Кто тут будущий альфа-пес? Ты. Альфа-лис! Альфа-псы. Суперзвезды Арктики. А где Свифти? Я стану лучшим в службе доставки полярной вихри. На повышение не надейся. Ты же просто обычный лис. Не утянешь ты здоровенные сани. Ничего у тебя не выйдет. Ну, слабо берешь. Класс. И первая же доставка к черту на рога. Где расписаться? Полюбуйтесь на эту мелюзгу. Чего это они затеяли? О, ну не стану же я обсуждать с тобой свои гнусные планы. В Арктике произошел катастроф. Я сравняю вас с городишкой со льдом. А на его месте будет газовая скважина. Ну и запах. Словно целая планета пустила газы. Я всю жизнь ждал этого момента. План такой. Наваляем гадам раз-два каждому по заслугам. Что скажете? Гениально! И что может пойти не так? Берегись! Ребят, вы чего? Я не долечу! Лемми, соберись! Да соберись, а не застегнись! Лети давай! Свифти, это слишком опасно. Мы стражи Арктики. Yeah. Время вышло! Сейчас этот морж у нас ласты склеит. Стражи Арктики. Сегодня мне везет. Это все как снег на голову. В кинотеатрах с 14 ноября.